Зона Wi-Fi. Что-то здесь. О, кафе. Банкетный зал. Кафе. Не, музей не здесь. Мы ищем музей. Скучные ребята, они хотят идти в этот зеркальный лабиринт. Азиз! Город. Не хочешь зеркальный лабиринт? Лась! Ну же город! Смотри, какой комплекс, все есть. Можно город вообще не ехать. Все, остаемся здесь. Вот, я обоспал. Батут есть, батуты. Ага, мачта веселья, можно даже в тюмку пройти. Зеркальный лабиринт. Ага. Смотрите, там огромный такой зал. Красиво. Вот только что зашла я, да, такой огромный зал там. Да. Боулинг. Да. О, крючковый лабиринт еще есть. Ленточный лабиринт. На другой лабиринт переходит. Маятник Фуко. Угу. О, так, такой маятник я видела в Санкт-Петербурге. Любовь это Олег Слэси. А внизу написано вместе подорожевать, вместе путешествовать. А что Спасибо, Лися. А мені така абстракція подобається. Ні, Лися, я тобі це дарю. У мене вже є такий. А що ви хочете? Круг чи жовту абстракцію? Для чого це? Це подарунок за те, що ви відвідали мистецьке місце. Ми знаходимося в дуже цікавому, інтересному місці. Музей абстракції? Сучасного мистецтва. А, современного искусства музей. Интересно. Девки пляшут. Ну, это надо понимать, конечно. Что? У нас Юля такие картины рисует. Что-что? Юля такие картины рисует. Да? Это что? Нам дали бесплатный билет, когда мы поселялись в хостел. Сейчас будем рассматривать современное искусство. Сначала нужно отримать натхнение, а потом идти гулять в место. Понятно. Вот видите, как из сучка сделано. Интересно.
Смотри, и тут же стульчик. А тут неслухняна баба. Неслухняна? Без назвы. Неслухняна баба? Слухняна, скляна. А, скляна баба. Ой, а мне этот кувшин очень нравится. Роман Петрук сделал. А, это так и называется, контраст. Да. Ну и так, конь красиво сделан. Ну так еще смотри, это не последний зал, вон еще сколько всего интересного. Можно вон даже сидеть. Нет, попадаются экспонаты, которые понятны. Да. Мы добавились на прикрашу. Мотоциклист. Интересные кеды даже. Ну давай. Все верхнее. Подожди, сяду. Чтобы мне было. Оця, да, оця верхня, це я на роботі. Ага. Це я в творчості, потім в смятенні і стомленості. Так. Далі, наступна картина, це я добираюсь додому з роботи в транспорті. Ага. Руки, ноги. Все части тела все надо части, собирать. Да. Далі це я дома. Ага. Готую вечерю. Угу. А це мій сон. Це мозгові волни моєго сна. Хорошо, ти розшифрувала. А Олег, а ти? Леся розказала все. От моя основна. Це тільки Олега. Понятно. На всіх стадіях. Тебе больше всех понравилось? Нет. А что тебе больше понравилось? Как он там мотоциклист вообще. Интересно придумали. Я думаю, что это за розовая шапочка. Понятно. Это мозг, наверное. Ой, я думала, это настоящий человек стоит. Вот здесь машина.
розовом цвете. Цветы с клыками. В зеркале, смотрите, как отражается. Ой. Ну, интересно. О, я такая худенькая, мне нравится. О, там концерт идет. А, это свадьба, наверное. Ну все, едем в город. Посмотрели музей. И едем в город. Вася, идем. Идем. Аж сюда слышно. Ну, какой большой проспект. О, едет маршрутка. Наша? Мы до не доедем? Да, до центра. До Личицкого и это. Ну, до центра. Да, смотри. Доедем, да? Спасибо. Как вас зовут? Игорь зовут? А вас? Виталий. Очень приятно. Так что вы нам предлагаете посмотреть? В центре, в парку можно погулять. Да? Парк? А, понятно. А может быть такое что-то историческое, может быть? Кроме замка? Замок, да? Замок Люберта. Люберта? Спасибо. А вот это какое-то кафе интересное, может быть, или какой-то пивоварня какая-то у вас, говорят, у нас есть. Нет, Карабас-Барабас. Там был свой бар. А, это пиво там варят, да? Да, может, есть там какой-то... себе варят, да. Ага. И там классно пирог. Это вот в центре будет, да? Да, все будет с 19 где-то. Едет, да? А на какой остановке нужно выходить? Улица Вениченко. А, нет. Перед Сумом. То мы знаем. Да, надо. Подскажите нам, будь ласка. В центре и чуть-чуть назад спуститься. А. Отель Вася, Украина. Для лучше выходить. Лучше выходить. Для памятника. Для пробины. А, ну подскажете, да? Я не буду ехать. А, вы не будете. А вы подскажете? Да. Спасибо. Лучше туда зайти, на это. Понятно. А это далеко нам ехать? Ну, с Вице трошки надо поехать. Ну, хвилин 20. Хвилин 20. Не меньше. Спасибо. Ну, это мы еще не в центре, нет? Нет. Все правильно. А. Тут таких центров багато. Спасибо. Хлопцы, а там не доїжджав стадіону. Сказали, що не буде справи, що не добре буде мати таку мліку. Спасибо. Дорога виходить на Київ, Ковель, Ягодину, це А зараз ми в сторону центру їдемо, так? Так. Десяти.
там пустеля была, не было нічого. Все застроїли. Ну, построили дом, да? Да, вся территория там где-то километр, наверное, полтора-два, все застроено. Ну, видно. А тут справа сторона? Колись був так кудром, автодром, тут тоже будинки не було. Все роки 20, за 25. А это за 20 лет так построили, да? Да? А сколько у вас троллейбусы стоит, проезд троллейбуса, сколько у вас стоит? 3 гривны. 3 гривны? Да. Ой, так у вас вообще цены демократичные. Сейчас в правую сторону будет ЗАГС. ЗАГС? Да. Вот сейчас в правую сторону. Вот. А, это ЗАГС? Да. Ой, напротив солнца ничего не видно. Через 3 остановки с левой стороны будет этот там магазин. Магазин? Магазин, да. А что там продают? Все. Это и детские игры, и в этом, ну типа. Развожальный центр. Да, развлекательный центр. Развлекательный центр, да? Ну, полностью там и астрономия, и кулинария, ну, такое. Ну, спереди. Это маршрутки 6 гривен. Киви 8. Приехали. Спасибо вам большое. Приходите в кінотеатр «Промінь». Да. І отак, якщо їхати, оця маршрутка приїхати, то вліво, і буде, до ЦУМа можна вийти, в центр. Спасибо. І, якщо що, там можна знайти ту кафешку «Карабас-Барабас». Там вони своє пиво роблять. Ну, така непогана, непоганий там інтер'єр. Та вліво туди? Так, да, так. Да. Це машина. Ага. Спасибо. Спасибо мальчикам, довезли нас до центра. Они идут вот сюда, в кинотеатр. Здесь фонтаны. Мы идем по центру Луцка. Мне так хочется прокатиться на старом троллейбусе. Пришли туда, как куда они хотели. Вы в Киеве не можете пиво попить? Мы хотим спробовать тут. А, это пивоварня? Да. Мы не помнишь? Мы были, когда я нашла свою пиво. А, точно, точно, точно. Да. Точно 100%. Вот теперь пойдем точно. Я и забыла. У меня тут даже фотки купились.
бельгийская. Это? Это... На пирсе? Виденский. Виденский. А это Медовый. Медовый. Добродушка на пивка. Так, супку мы суп мне. Ласка ложечку. Дякую. Ласка смешна. Дякую. Девочки все тусить идут. Вот здесь молодежь у них в основном собирается. Я не знаю, вот это должен быть центр. Здесь должны все гулять. Да, Лася? Давай расспросим, где здесь гуляет молодежь-то в основном. Вот где? Гуляет. Это вот эта площадь у них центральная. Ну, как у нас Майдан, допустим. Так, мы пришли, оказывается, не туда. Есть парк, там, где люди ходят, отдыхают, а мы не поняли. Здесь в основном вот люди идут караоке, поют, еще отдыхают здесь. Вот. Мы немножко не поняли. Олег с Азизом пошли водичку покупать. Здесь часов 10:30, да уже поздно нам куда-то идти. Что, едем? Едем в хостел. В хостел. Ты устала? Вымотала. Сейчас будем спать, как дети. Погуляли уже, идем в хостел. Хотели на такси, но смотрим, пришла маршрутка и решили приехать на маршрутке. А свадьба до сих пор гуляет. Всех витаю, доброе утро. Выезжаем из хостела. Понравился нам хостел здесь, людей мало и очень-очень уютно, будем говорить так. Мы сейчас еще едем на авторынок с утра, да, Лешка? Ну да, поедем посмотрим. А мальчики говорят, что здесь есть хороший авторынок и посмотреть, да, Лешка? Олежка еще с утра не проснулся. А здесь доброе утро. Доброе утро. Леся, нам-то что с тобой там на авторынке делать? Ну, Леся и там тоже интересно, да? Я себе, может, тоже машину буду присматривать. А что? Ну да.